Сегодня невозможно представить жизнь без технологий, без программного обеспечения, поэтому я думаю, что для людей иметь контроль над программами, которые они используют, и иметь контроль над технологиями очень важно. И ты чувствуешь себя частью чего-то большего, и я думаю, это всегда важно делать что-то, чувствовать, что ты делаешь что-то полезное, и делать это с другими людьми всегда намного интереснее, веселее. Поддержите нас, пользуйтесь свободным ПО, это здорово.